Хорошая у тебя песня, Ашур, но грустная. Все песни нашего народа грустные. Куда ты идешь, Ашур? В Тифлис. И я в Тифлис. Зачем? Учиться буду. Учиться у русских. Я знаю Восток. Теперь хочу познать их мудрость. Даст ли это тебе счастье, юноша? Счастье в мудрости, Ашур. А ты зачем идешь в Тифлис? Горе человека больше жизни человека. Об этом я буду петь. Придет тебе страна весны. Стою над городом твоим. Тифлис, возвысишь ты меня или меня повергнешь ты? В твоих руках моя судьба, мои надежды и мечты. Татар! Адыгезал! Адыгезал? Если бы вы подняли плеть на вашего старого отца, господин офицер. Мой батюшка скончался. Проходите! В твоих руках моя судьба, мои надежды и мечты. Это мечта, а вот это жизнь. Разрешите ваше сиятельство представить вам Мирза Баталия Ахундова. Господин Ахундов под моим руководством основательно изучил русский язык. В совершенстве владеет арабским, фарсидским и турецким языками. Я уверен, он сможет меня заменить в должности штатного переводчика при вашем сиятельстве. Очень хорошо. Меня радует, что среди ваших татар появляются образованные люди. А кто вам написал эту жалобу? Мулла шейх Али. Кто среди вас раджа? Я.
Если твой сын убил человека, за что же его помиловать? Что ты говоришь? Кого убил? Не понимаю. Прочти, пожалуйста, что там написано про моего сына, про моего Расула. Еще просит крестьянин Раджаб помиловать сына своего Расула. По молодости и глупости совершил он свое деяние, за что и сослан. Кардашлар, разве я был не так говорил? Мой сын Расул сказал Беку, зачем ты крестьян обижаешь? Напали на него люди Бека. Крепкий, как дуб, был мой сын. И одного ударил. Немножко крепко ударил. За это Бек в Сибирь его сослал. Вот так я говорил. Видно, мула наш язык забыл. Ай-ха. А когда наша жалоба к самому главному начальнику попадет, выйдет, что я у Бека жену украл. А как же вы говорили, мула? Я говорил так. Ходил я раза по жизни, как по большой дороге. Стало мне скучно. Подумал я, раза, нужно мне жену достать. Год искал, два искал. Нашел свою Зайнаб. Рзаджан! Мирза! Ну? Как ты? Как наш? Ты тупо увидел? Да, видел. Выросла она. Красивая стала. Тебя все ждет. Ну а как твоя Зайнаб? Наш помещик Нухе ее себе забрал. Забрал? В жалобе не так написано, а? Вот слушайте, как тут написано. Мы, крестьяне, почтенного и уважаемого Ахмед-бека... Да уважит его шайтан на том свете. ...живя с ним в мире и согласии... ...господин Ахмед-бек Агалар и младший алик барону Розену. Молдали! Молдали, иди захочи! Что ты здесь написал, мулла шейх Али? Я мулла шейх Али, лично известный его сиятельству барону Розену. И написал то, что мне говорили крестьяне Ахмедбека Агаларова. Может быть, ты их не понял? Они говорят другое. Я их понял. А ты, царский чиновник, свое дело понимаешь? Я не только свое дело понимаю, молла. Меня тоже готовили в молы. А я захотел остаться честным человеком. Тебе говорили крестьяне, а ты слышал Бека. А ты услышишь, гнев Бог. Говорите, я сам буду писать. Пиши! Во все село пиши! Нехорошо. Нехорошо, молодой человек. Вы знаете, какой это документ? Жалоба крестьян помещика Агаларова написана мною под их диктовку. Нет, молодой человек, это не жалоба. Это возмутительный пашквиль.
надлежит вам знать, что ныне в царстве Его Величества Николая I крестьянам и помещикам во всей обширной нашей стране живется, как у Христа за пазухой. Впрочем, обращаясь к вам как мусульманину, я должен был бы сказать, как у Аллаха за пазухой. У нас, ваше превосходительство, Аллах строгий. Он только с избранными общается. Кощунствуете, молодой человек, и напрасно. Каждый человек должен уважать свою религию. Вот вы и Маллу вашего обидели. На Востоке, ваше превосходительство, о Маллах очень много сказок написано. А наш Малла Шейх Халид сам сказки писать начал. Сказки? А вот то, что вы написали, правда? Да, ваше превосходительство, настоящая правда. Вот где вашей правде место, молодой человек. Имейте в виду, вы так карьеры не сделаете. Плохо служите. И царю плохо служите, и себе плохо служите. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Пушкин это не для вас написал, молодой человек. Вы хотели сказать Грибоедов, ваше превосходительство. До свидания. Опора, милая, стареющих отцов, молодые сыновья, товарищи трудов, из хижины родной идут с собой умножить дворовые толпы измученных рабов. Как ты хорошо написал. Это сатар написал Пушкин. А кто такой Пушкин? Великий русский шук. Он это о нас написал. Расскажи мне о нем. А что ты хочешь знать о нем? Аббас Куляга. Вот сатар Аббас Куляга. Друг Пушкина. Он о нем тебе многое может рассказать. Откуда он знает горе нашего народа? Горе русского народа так же велико, как и горе нашего народа. И поэтому Пушкин написал: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный, и рабство павшее по манию царя». А по манию царя пали декабристы. Да, о декабристах. С тобой хочет познакомиться Бестужев. Помоги ему изучить наш язык. Декабрист Бестужев? С удовольствием. Но я плохой учитель. Вы прекрасный учитель. Это вы мой учитель. Я у вас многое узнал о России. Я узнал правду о великом восстании на площади Сената. Да. Снег. И тогда в Петербурге шел снег. Было холодно. Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощный след. Плохо живется. И вашему народу плохо живется. Но народ восстает. В Карабахских горах снова появился Адигизал. Тяжелые цепи и далекая Сибирь не смогли удержать его. Он гордый орел. И любовь народа, как неприступная крепость, охраняет Адигизала. Адигизар, Арсен, Разин, Пугачев.
Сколько светлых голов! Ведь о них же поэму нужно писать. Вы тоже пишете. Пишу, но мало. Для кого писать? Как? Народ меня читать не может. Вот этот трудный, непонятный арабский алфавит китайской стеной стоит между народом и культурой. Для кого писать? Надо бороться! Да, Бестужев. Эта стена должна быть снесена. Веселый город Тбилиси. Да, чуть было не забыл. Завтра у меня соберутся друзья. Приходите. Будем пить. Сосуда? Нет. Правильно, Пей. Браво! Ты чудесно поешь, князь. Но скажи, почему ты закрываешь глаза, когда поешь? Когда я закрываю глаза, я один. А у нас в Грузии говорят, песня — это женщина. А женщиной лучше быть... Наедине. Да. А как думает поэт Мирза Шафи? Звенят бокалы. А я молю, Аллах, направь как можно лучше и сердце, и мой шаг подальше от мечети. Всевышний, сделай так, чтоб сердце мчалось к деве, а ноги шли в кабак. Чтобы уйти подальше от глупости я мог. Друзья, выпьем здоровье Мирза Шафи. Он понимает толк в стихах и в вине. Твое здоровье, Мирза Шафи. Ты певец. Ты не хочешь, чтобы у тебя темнился ум вином? Спасибо. Я мусульманин. Шариат запрещает нам вино. Мирза тоже мусульманин. Почему же ему шариат не запрещает? Он молод, ему все можно. Он мой друг и пьет за нас двоих. Не правда ли, Мирза?
Да-да, сатар, я пью за нас двоих. Во времена Тамерлана жил в нашей стране поэт Насими. Он был любимец народа, борец за его счастье. Он думал не о Боге, а о человеке. Внемлите слово Насими, я мудро говорю. Отнялся у небес язык, он не был ни к чему. Так говорил он, и слова его повторял народ. Палачи потащили его на виселицу, и, сдирая с него живого кожу, смеялись над ним. Ты говорил, что человек — это Бог. Но если ты Бог, почему бледнеет твое лицо? Взглянул он в глаза мучителям и ответил. Я солнце, взошедшее над горизонтом человеческой любви. Когда солнце идет к закату, оно бледнеет. Ты помнишь, сатар, когда мы пришли в Тифлис? Тифлис встречал нас с мрачным звоном кандалов. В кандалах невежества, горе нужды бьется мой народ. Моя мечта — разрушить эти оковы. За это я буду бороться. И в этой борьбе я хочу быть таким же, как Насими. Красиво сказал. Браво, Мирза. Хорошо написал. Молодчина. Хорошо. Замечательно, Мирза. Забухи. Я знаю это слово. Забухи — это человек утра. Сатар прав. Вы подлинно человек нового, радостного утра азербайджанского народа. Тебя, Баян, знаменитому поэту и другу Мирзы, первое слово за здоровье Сабухи. Я хочу сказать этот тост такими словами, лучше которых не скажешь. Поднимем бокалы. Задвинем их разум. Да здравствует муза, да здравствует разум. Ты солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Пушкину слава! В Петербурге убит Пушкин. Самовластительный злодей. Тебя, твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Читают на твоем челе печать проклятия народы. Ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле. Богу Городе, к
как бешеный бросался под пулю. Видно, его благородие сам хотел жизни лишиться. Еще его благородие приказали, если с ним что случится, чтобы я при вас состоял, ваше благородие, и служил верой и правдой, как служил Александр Александрович. А тело его благородие всю ночь фонарями искали. Не нашли. Я из Нухи приехал. Мой брат, твой приемный отец, хаджи Аль-Аскер, предстал пред лицом Аллаха. Дочь у него сиротой осталась. Хотел к себе ее взять, но она к тебе просилась. Со мной она приехала. Еще одна смерть. Уже зашло солнце. Как ты выросла, Тубу? Не плачь, Тубу. Горе проходит. Так недавно мне казалось, что все кончено. А теперь я вижу, что вновь пробуждаюсь в жизни.
Ассаламу алейкум, Мирза. Я решил прийти на твой праздник. Хотя и бывали между нами неприятности. Но милостивый Аллах приказывает мне не помнить о зле. Прими меня как друга своего, Мирза. Всякий вошедший в мой дом, мой гость. Садись, шейх Али. Если хочешь, присоединись к нашему веселью. Прошу. Какой интересный дом! Ну что ж, господа, выпьем за здоровье уважаемого Моллы. Самой Молла. За батюшку с удовольствием. Молла Рушарев-Натча. Нет, это не годится, Мирза. Я вижу здесь много мусульман, и с ужасом видят мои глаза, как они грешно упиваются вином, как они нарушают священный шариат. Зачем ты их... Пришел в мой дом шейх Али и нарушил мой праздник. Астагфируллах. Я слушал твои слова. Так выслушай мои. Я не верю в твой Коран. Я не верю в твой шариат. Я не верю в эти мрачные законы, запрещающие радости жизни. Гнев Магомета поразит тебя, нечестивец. Я не боюсь твоих проклятий, Вала. Выходи, Дубу, выходите все. Идите. Распахни покрывало, не прячь ты себя. Ведь не прячутся розы в саду у тебя. Красота тебе Богом, как розе дана. Ты, как роза, на радость очей создана. Да ослепит Аллах тех, кто смотрит на эту меру. Ла! Совесть нет. Это Мирза. Слепну, покуш веселье. Музыка!
Тубу! Тубу, Чан! Тубу! Дорогая, я еду! Ты понимаешь, я еду! Еду! Куда ты едешь, Мирза? В Стамбул еду! Я там сделаю доклад о новом алфавите. Его там примут. Обязательно примут. Понимаешь, что это значит, Тубу? Тубу, дорогая, почему ты всегда вяжешь? В жизни веселиться надо. Петь, танцевать. Вот если бы ты умела танцевать, ты себе представляешь? Ты, Тубу, первая из мусульманских женщин, наперекор всем танцуешь европейский танец. Что ты? Что ты, Мирза? Аллах с тобой. Подожди, Тубу. Проведу новый алфавит, у меня и Аллах затанцует. Вот я, по приглашению турецкого султана, выйду на трибуну и перед мудрейшими из мудрых начну говорить. Почтенные и высокоуважаемые мужи, в то время, когда в европейских алфавитах каждое гласное соответствует одному определенному звуку. У нас, например, гласное О означается трояко и имеет четыре звучания. О, Э, У, О. И также все знаки нашего алфавита. Вносимый мною проект значительно облегчает освоение мусульманскими народами не только нашей, но и общечеловеческой культуры. Досточтимое собрание, я счастлив тем, что нахожусь в присутствии великих светочей мусульманского мира. Радость охватывает меня, когда я думаю, что обращаюсь с моим скромным призывом к столь славным и столь великим. Но мысль о судьбе народной преисполняет меня смелостью. Смелостью просить вас внимательно отнестись к моей попытке внести свою смиренную лепту на благо ваших народов. И когда наши народы примут это, то рай воцарится на всем Востоке. Я передаю судьбу моего проекта ваши руки. И во мне таится надежда, что ваш могучий голос окажется лучом света, который прорежет вековой мрак. Ла илаха илляллах Мухаммадан Расулиллах. По повелению Его Величества Султана, владыки правоверных, слушали мы почтенного нашего друга Мирза Фетали Ахундова. Кто из членов Совета Мудрейших хочет поднять свой голос?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Великий мой друг и учитель шейху Ислам, никогда бы я недостойный раб Аллах не осмелился отрывать твое время от созерцания божественной мудрости, не будь столь важным дело, с которым я к тебе обращаюсь. Твой священный город Стамбул прибывает из моего города Тифлиса нечестивый Яур Мирза Фатали Ахундов, имя которого должно быть проклято вовеки, ибо продался он неверным. Хоть и называет он себя мусульманином, но слышал я своими ушами, будь проклята эта минута, как осквернил он имя Аллаха и Магомета, пророка его. Видел я своими глазами, видно, лишил его Аллах разума, как сорвал он жены чадру, да предаст его Господь вечным мукам. Если, явившись к вам, прикинется смиренным и послушным, не верьте ни одному слову лживого языка его, ибо он враг мусульманской веры, враг шариата, враг Корана. Это письмо я получил из Тифлиса от друга моего Муллы Шейхали. Великий владыка правоверных приказал мне вручить вам эту звезду в знак своего уважения к русским друзьям. Я уверен, господин Ахундов, что ваш путь из Стамбула в Тифлис будет вполне благополучным. Достал ваш барон. А вот это Вано прислал. В приезде его благородия. Спасибо, Иван. Иди. Слушай меня внимательно, Тубу. Молла шейх Али разжигает ненависть в сердцах мусульман к твоему мужу и к тебе.
Боюсь я за тебя, Тубу. Они не посмеют. Молла сказал, если ты останешься с ним, ваш дом разгромят, а его убьют. Что же делать, дядя? Если ты любишь и хочешь спасти Мирзу, ты должна уйти. Уйти? И она тебе ничего не сказала? Никак нет, ваше благородие. Ничего. Город приехал. Жил человек один. Нашел себе жену. Дом создал. Очаг свой создал. Жизнь создал. А потом не понимаю. Не понимаю. Нехорошо сабухи, когда человек один остается. Да. Зачем жить человеку, если нет с ним любимого человека? Верно. Дом пустой, сердце пустое. Что осталось? Ничего. Ничего. Не могу без Зейнаб у себя в деревне жить. Вот в город приехал, к вам. К тебе, к Тубу. Срочный пакет от его сиятельства наместника Кавказа. Казацкой голодьбе и призвать ее на помощь с дона тихого к себе. И призвать ее на помощь с дона тихого обо себе. Не удастся с этой силой силу ратную стряхнуть. Воевод бояр московский и погибели согнуть. Воевод бояр московский три погибели согну. Как под городом симбирским думу думает Степан, рать казацкая побита,
не побит лишь Адама. Мать казацкая побита, не побит лишь Адама. Кто ты? Куда путь держишь? Я Мирза Фатали Ахунда. Забухи! Отпустите! Я многое тебе слыхал. Народ о тебе хорошо говорит. Адигизал! Я рад тебе, Адигизал! Впервые я видел тебя скованного. Но народ верно говорит, нельзя сковать орла. О твоей доблести песни поют. Зачем ты здесь? Этой дорогой должен проехать русский чиновник. Он везет приказ о выселении карабахских крестьян. Я должен уничтожить этот приказ вместе с чиновником. Почему ты думаешь, что это будет приказ о выселении? Помещик грозил, что это гнездо Дегизала надо сжечь. Я знаю. Там назначено следствие. Я тоже еду по этому делу. Дай Бог, чтобы ты оказался прав, Сабухи. Эй, милые! Ну, ну! Значит, ваше благородие, едем крестьян выселять. Что ты говоришь, Иван? Какое выселение? Да что же, ваше благородие, если везем царский приказ насчет крестьян, значит, выселение. По-другому не бывает. Как у нас, так и у вас. Ничего, ваше благородие, может, обойдется. А Дегизал-то какой? Прямо стенька разит. Эх! Но свою землю мы вам не отдадим. Последними соками этой небогатой земли кормились наши деды, наши отцы. Это наша родная земля. И эту землю мы вам не отдадим. Вы должны подчиниться. Или мы вас выселим силой? Вы не имеете на это права. Вот вам право. Приказ наместника. Его привез фарша Сабухи. Сабухи? Не может быть. Стрелять! А ты говорил, выселять будем. Вот по приказу начальника в 10 часов следствие начнем. Чего хочу? Куда вы? Все равно ничем не поможете. Как бы что ни случилось, ваше благородие!
Ты, Геур, предатель своего народа. Пусть эта кровь преследует тебя во все оставшиеся тебе дни. Адыгизан был прав. Адыгизан? Брат мой! Клянусь тобой, о сын моего народа, я не забуду твою смерть. Пусть я одинок и бессилен, но клянусь тебе, мой бедный народ, я буду бороться за твое счастье, за твою свободу. Ты был прав, Адыгизан. Мы люди простые, мы бедные крестьяне, измученные горем и нуждой. Мы ушли в горы, чтобы собственными руками добыть себе счастье и свободу. Но вот пылает деревня, вот плачет народ. Это моя деревня, это мой народ. Это и мой народ. Это было страшное зрелище. Она рыдала над трупом своего ребенка. Она подняла голову. Глаза ее были сухи. Она смотрела на меня, как будто я был виноват в смерти ее сына. Надо что-нибудь сделать. Надо бороться. Тебе легко, Сатар. Народ слушает твои песни. Я знаю, что сказать народу. Но как сделать, чтобы сказанное дошло до него? Будь я ашугом, будь я даже фокусником в балагане, я и то нашел бы путь в их сердца. Но ты можешь слушать. Есть путь. Мирза Шафи прав. Ты можешь. Я понимаю вас, друзья, и я думал об этом. Не знаю, хватит ли у меня сил для этого. Надо уметь зажигать сердца словом. Это очень трудно. Через искусство искать путь к свободе.
И что же он мне посоветовал? Кейдар-бек, паши землю, займись садоводством или торгуй. Точно я какой-нибудь баназурский армянин, чтобы ходить за плугом, чтобы торговать всякой всячиной. Ха-ха-ха-ха. Я сказал ему, господин уездный начальник, никогда никто из моего благородного рода не обрабатывал землю, не возился с червями и не таскал лотка. Если не есть мясо угнанной скотин и не скакать на украденной лошадь, то для чего же тогда и жить на свете? Опасный безбожник. Его пьесе кашунство. Он издевается над Беком. Тубу. Почему ты опоздал? Подарок для Сабухи искал. Говори, о чем просишь. Ха! Сегодня я повел свою лошадь на водопой. Вдруг она вырвалась и убежала. А этот человек шел ей навстречу. Я закричал ему. Ради Аллаха! Гони лошадь назад! Он поднял камень и кинул в лошадь. Камень попал в правый глаз лошади. На что мне нужна одноглазая лошадь? Я требую, чтобы он уплатил мне ее стоимость. Так ли это было? Да, хан, все было так. Но я бросил камень без злого намерения. Ты говоришь, вздор. Можно не бросить камень без злого намерения. Есть у тебя лошадь? Есть, милостивый хан. Иди и испорти также один глаз у его лошади. Издевается над шахом. Шах есть шах. По-нашему шах, а по-русскому царь. Я вижу, Ахундов вам крепко насолил. Не только нам, но и вам, ваше сиятельство. Его друг Саттар не проболтался. Ахунду Карабахе встречался с Абгюзалом. Был связан с восставшими крестьянами. Благодарю вас за ваши сведения, господин шейх Улислам. Я приму свои меры. Я нисколько не удивлюсь, если оскорбленные мусульмане сами расправятся со своим оскорбителем. Господин Ахундов, поздравляю вас, искренне поздравляю вас, господин Ахундов. Вы написали прекрасную комедию. Сэр, это он? Да, дорогая. Как смешно. Что смешного? Татарин и вдруг сочинитель.
успел рассмотреть его. Я не думал, дорогая, что тебе это интересно. Ну ведь ты же знаешь, как я люблю всякую экзотику. Ты должен меня познакомить с ним. И сейчас же. Извините меня. Извините меня, господин Кавказец. Я был бы счастлив представить вас моей жене, урожденной Головкиной. Мы недавно прибыли из Санкт-Петербурга. И моя жена, урожденная Головкина, чрезвычайно интересуется всякой местной экзотикой. К сожалению, я не интересуюсь петербургской экзотикой. Господин супруг, урожденный Головкин. Прошу сесть. Вы штатный переводчик его светлости князя-наместника, носящий имя Аталий Ахундова. Да. Известный в литературе под псевдонимом Сабухи. Да. А что означает это слово Сабухи? Это означает «человек утро». Какое же утро вы имели в виду, господин штатный переводчик? Для чего вы меня вызвали? Хотите приступить к делу? Отлично. Вы в Карабахе призывали к бунту крестьян. Вы встречались с Адыгезалом. У меня давно лежит донесение о вас. Почему же вы не вызвали меня раньше? Разве вы не нашли более подходящего времени и места, чем сегодня и здесь? Позвольте этот нам решать. Я жду ваших объяснений. У меня нет к этому ни малейшего желания. Ну что ж, до следующего свидания. Кстати, вы помните нашу первую встречу, господин Ахундов Сабухи? Да-да, совершенно верно. Я припоминаю, вы сопровождали арестованных. Совершенно верно, господин Ахундов. И вы тогда изволили сообщить мне о смерти вашего батюшки. Я очень рад, что вы это вспомнили. Прошу вас об этом помнить и в дальнейшем. О нет, я не забуду об этом, ваше высокоблагородие. Все кругом напоминает. Я никак не могу понять, откуда они узнали о моей встрече с Легизом. Я знаю. Обе перешан дуреем нам, сердим папа.
Мусульмане, сотни лет будут сжигать вас в огненных котлах, и не будет конца вашим страданиям. Слушайте Аллаха, откажитесь от земных благ и радостей. Верьте единому Аллаху, не верьте безбожнику, который оскверняет святую религию. Он бесстыдно посягает на честь наших женщин, заставляя свою жену ходить без чатры. Выдумкой шейтана он завлекает правоверных в театр и позорит там наших беков, купцов и мол. Он вызывает гнев Аллаха и обрекает народ на горы и нищету. Это неправда! Я верил молле. Я раскрыл перед ним, как перед Аллахом, всю свою душу. Но он меня обманул. Я поверил ему тайну Сабухи, а он его предал. Я выполнил волю Аллаха. Братья-мусульмане, молла прав. Все, что делает молла, он делает по воле Аллаха. Но Аллаха он создал по образу и подобию своему. Молла лжив его Аллах.
Молла труслив. Труслив его Аллах. Мстителен Молла. Ты мстителен его Аллах. Я выполняю волю Аллаха по его же воле. Аллах — это весь мир. Коран — это зеркало Всевышнего. Давайте же, Молла, поделимся. Возьмите себе ваши небеса, ад и рай, оставьте нам мир. И не мешайте нам жить и радоваться на земле. Мир есть человек. Наука — зеркало мира. В капле простой воды я вижу больше правды и смысла, чем во всех писаниях, посланных с неба. Не верьте безбожнику, который оскверняет святую религию! Не верьте молам! Я зову вас к пробуждению от векового сна невежества к солнцу! К науке! Отдавайте ваших детей в школы! Общайтесь с другими народами! Он Каура! Побейте его камнями! Верните свободу! Отнято у вас деспотами, которых поддерживает Моллы. Сломите дом Гаура! Забросайте его в армян! Я видел, как люди боролись и умирали, защищая свою землю, свою свободу. За что боретесь вы? За кого? За него? Вы достойны только этих цепей, которые дал вам Мала в мечети. Вы сами себе сковали оковы. И вы же подняли руку на великого певца,
который хотел помочь вам освободиться от них. Не надо этой песни. Придет время, и бедный наш народ завоюет свое счастье. Вот моя песня, сатар. Неси эту песню, народ. Много лет тому назад я пришел в этот солнечный город, необутый и бездомный. Я ухожу такой же бедный, как и пришел. Но я уношу с собой великое сокровище в груди, твою утреннюю песню. Нашего дома народ построит свое счастье. Я верю, придет настоящий, радостный, светлый день азербайджанского народа.